have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Итак, мы опять здесь, в Деусе. Вот. Только что я записывал, и у меня случилось опять та же самая неприятность, что и в прошлый раз. Игра крэшнулась, но на данный момент у меня остались сейвы. Поэтому я загружаю с того же момента, и мы сейчас с вами, мы на самом деле там немного прошли, поэтому сейчас вернемся, быстренько перепройдем это, но вы это, в принципе, увидите в первый раз, получается. Хорошо, мы с вами идем в гостиницу, вот, делаем вот так, залазим, тут у нас есть ход, через который мы можем пройти, вот, получаем экспу, вот это квартирка нашего брата. Ну, квартирка. Это комната в гостинице. Тут у нас лежит аптечка. Вот. Идем сюда. Здесь у нас дата-куб, который нам говорит, как воспользоваться тайником. Хотя нам брат этого говорил, когда мы с ним уже встречались. Давайте мы вот... Мы слышим террориста прямо здесь. Нормально. Так. 4, 3, 2, 1. Там было сказано, отсчитайте от 4. Поэтому мы, собственно, сейчас так и поступим. Давайте... Включим свет. Здесь у нас с вами лежит куча вкусняшек. Вот, опыт лежит. Здесь нам дают пароль, чтобы зайти в его компьютер. Но там ничего такого особо ценного нет. Переписка, информация. Я, пожалуй, этого сейчас делать не буду. Так, так, так. Мы просто обнесем сейчас все, что здесь есть. Здесь еще лежит броник. Броник как бы баллистический нам тоже особо ни к чему. Берем, вырубаем. Так, у нас есть дробашек. Мы берем, открываем. Сохраняшечку лепим. Так, и пойдем поговорим тут с ребятами. За жизнь. Так. Спасибо. Да, пожалуйста. Обращайтесь. Так, здесь. Вот этот вот парень. Спасибо за то, что позаботился об этих парнях. Ты из полиции? Из Унатка. Да? Тогда тебе должно быть интересно то, что я скажу. Я слышу их разговор. Они сказали что-то о том, как только они запустили генератор, склад находится к югу отсюда. Нет, но они говорили о своей секретной установке. Похоже на то, что там существует какой-то подземный ход. Они часто произносят слово «writers» как пароль. Пытаюсь дышать. Да-да-да. Нам дали информацию. Здесь у нас есть еще одна... Так, здесь у нас дата-куб. Я думаю, что хуже меня нет. Так, цветочек. Свали отсюда. Так, хорошо. Здесь у нас есть еще одна комнатка. К ней мы возьмем ключ вон там. Сейчас пойдемте. Там, кстати, у нас еще... Не вмешивайся в драку. Там еще один террорист у нас с вами сидит. Пойдемте, мы с ним быстренько тоже поговорим. Я сделал его. Так, заберем потрошки. Тут у нас, смотрите, есть два ящичка. Мы их тоже с удовольствием забираем. Батарейки нам, кстати, скоро понадобятся. Смотрите, у нас уровень электричества в нашем организме уже довольно низкий. Нам нужно бы... Да, давайте прямо сейчас подзарядимся, схаваем пару батареек, раз они у нас есть. Ну, одну пока что. У нас просто не так много имплантантов, которые сейчас кушают батарейку. Поэтому тут у нас лежат денежки. И здесь лежит как раз универсальный ключик. Вот это вот владелец гостиницы. Давайте поговорим с ним. С вами все в порядке, господин Рен? Отлично, думаю, с ними покончено. У тебя есть ребята наверху? Да, кстати, я видел вашу дочь там на улице. Она плохо выглядела. Сандра? Она шла обратно в отель? Я разберусь с тем негодяем, который мучает ее. Но она замешана в каком-то грязном деле. Тебе лучше поговорить с ней.
Нет, больше никаких разговоров. Если ты встретишь ее, скажи, что больше меня ничего не интересует. Чем она занимается? Она может прийти домой. Никаких вопросов, никаких нотаций. Я ей скажу, что она может доверять тебе. Так вот, я не уверен, что нам нужно прям еще раз пойти поговорить с ней, но мы это сделаем не прямо сейчас, но мы все равно в бар еще будем заходить. Давайте обнесем вот этот банкомат. Тут у нас лежат денежки, денежки копятся потихоньку. Расходовать их нужно с умом, в принципе. Вот вам, ребят, урок на жизнь. Денежки нужно расходовать с умом. Запомните. Так. Просто валим отсюда, там стоят уже наши, ну, наши солдаты и юнатка. Мы сейчас выходим. На третьем этаже была пара людей из НСФ. Я позаботился обо всем. Все в порядке, можете расслабиться. Уверен, нам не был нужен этот специалист. Самоуверенные хапнюки. Так, хорошо. Здесь кто-то живой. Прикинь, я до сих пор бегаю. Так, ребятки, хорошо. Сейчас, один секунда. Итак, мы продолжаем. Мы сейчас пойдем вот в эту канализацию. Нам контрабандист сказал, что его друга уволокли какие-то ребята, которых база под землей. Пойдем сейчас посмотрим, что это из себя представляет. Тут уже какие-то темные подземелья. Так, иди отсюда. Так, забираем. Забираем. Давайте возьмем ломик, чтобы не таскать людей. Так. Код доступа 2167. Вот, это нам может быть полезно. Обносим этого чувачка. Забираем это, забираем это. 2167. Пойдемте. Так, здесь не надо так радикально. Да, вот, код доступа сработал у нас. Этих туннелей нет на карте коммуникации Нью-Йорка. Жуть. У меня нет информации, как туда попасть. Полагаю, их придется преследовать до упора. Преследовать до упора. Блин, меня это тоже задело. Блин. Да, срабатывает. Фу, вот это потненько сейчас. Выключить. Открыть. Выключить. А там по мне уже стреляют, а чего не сказали? Так, хорошо, давайте ломик сюда. Там по мне уже стреляют. Да что ж ты постоянно так хочешь радикальные меры применить? Давайте сохраняшку здесь. С вот этим парнем. Как я его с первого раза не ваншотнул в шлем? Мелкий засланец. Так, давайте сохранимся. Там у нас вроде как есть еще паренечек. Да, вон он. У-ху-ху. Ты будешь в меня стрелять? Будет, конечно будет. Как это, чтобы солдаты в меня не стреляли? Это, кстати, не солдаты, юнатка, если вы вдруг не заметили. Да упади ты уже. О, спасибо. Тут всякие помои. Тут труп.
Вы шаги слышите? Шаги, по-моему, прямо над нами. Да-да-да. Так. Цельтесь в голову. Цельтесь. Куда? Ты что? Ты дурак? Оглядывайтесь по сторонам. Это какой-то вид механизмов. Какой-то вид механизмов. Ага. Прошу поддержки. Все, все, уехала твоя поддержка. Молодец. Слился. Так. Ты все мои патроны потратил. Ах ты мелкий. Так, хорошо. Знаете, что нафиг. Давайте вот эту штуку возьмем. Сохраняшечку влепим. Так, сюда. Трупы надо бы пообыскивать. Так, хорошо. Какого черта? А. Вот это нас сейчас распилили. Я чуть не ожидал, что это... Аптечка. Так, Majestic 12. Кстати, Majestic 12. Вот кто эти ребята. Итак, блин. Давайте подлечимся, чувак. Что-то нас хорошенько так... давайте вот так. И вот так сделаем. Влепим сохраняшечку. О, спасибо, 50 единиц. Да. Где патроны? Вы же не могли на меня все патроны выстрелить. Что за люди-то? Так, а это у нас что? Куда? Почему? А, это... Если бы я зашел через этот люк, все было бы гораздо проще. Мне не пришлось бы... Ну, как бы я бы тут прямо на человека сразу наткнулся бы. Сходить за той коробочкой, не сходить. На самом деле я не хочу плавать в этом ковре. Поэтому, наверное, не пойду я за этой коробочкой. Ну, ее в баню. Я понимаю, что ресурсы и все дела, но нет, спасибо. Вам бы предложили за ресурсы сплавать вот туда, я думаю, вы бы не полезли. Вот, к тому же у нас плавание не прокачано. Хм. Так неинтересно. Так, этот компьютер у нас поворачивает мост. Вот этот вот. И мы сможем попасть вон туда. Мы, кстати, могли бы пролезть. Там тоже должен быть как компьютер. Ладно, сейчас посмотрим. Пойдемте. Посмотрим, что нам предложат. Давай ты не будешь... Вот, если я туда упаду, тогда ладно, пойду за коробочкой. Но я не хочу туда падать. Боевой нож. Ага, спасибо. Камера у нас везде подключена. Вы не подскажете, почему мне так не нравится это место? Так, тут камера тоже выключена. Блин, о, спасибо. Давайте сохраняшку влепим. Кстати, крепкие ребята. Может мне, кстати, даже вот так вот сделать. Мне будет немножко понадежнее, пожалуй. Что там, 2167? Да, есть доступ. Это он, уничтожь его. Я отступаю. Блин, потратили много. Ну, у нас здесь много. Там еще, кстати, есть, по-моему, парень, который бежит к нам. Фух, как они удачно тут все прибежали. Мы у них сейчас эти же патроны и подберем. В этом месте старая система очистки сточных вод. Я не знаю, что здесь делают военные парашютисты, но учитывая то, что сказал пират, так они удерживают его друга, Форда Шика. Военные парашютисты. Тут вообще-то солдаты MJ-12. Я не знаю, как их связали с военными парашютистами на самом-то деле.
Насколько я помню, это вообще не имеет никакой связи. Так, вот это выключаем, открываем, выключаем, открываем и выключаем. Ну, кстати, там еще ходит один молодец, который молодец. Так что надо быть осторожней. Мы сейчас запросто можем нарваться. Вот, кстати, вот это друг нашего этого. Так, 2167. Да, зараза, срабатывает. Ну, как так? Ну, просто открыл дверь и автоматом в лицо получил. Так, код доступа. Это к компьютеру вот этому, да? Тут я типа информацию могу получить. А, и тут у нас радиоактивные бочки, и за ними лежит батарейка. Стоит ли нам... Ну, у нас костюм химзащиты нет, но эту батарейку подальше. Давайте ломанем вот этот терминал. Тут такие неплохие силы были. Че, 5 автоматчиков и всякие турели, лазерные ловушки и еще куча всего. Так, переписочки у нас тут. Кто хочет, читает. Ставим на паузу. Вот лора в этой игре очень много. Зачем он такой красивый диван? Хорошо. Так, книжечка. Человек, который был четвергом. Ну, вы поняли, да, что они читают? Индрифмент. Так, что там у нас было? 2067. А куда это вообще? И зачем это вообще? Тут какие-то радиоактивные отходы. Блин, я не хочу сюда лезть. Но там ящик. Там отмычка. Блин, за отмычкой я полезу. За отмычкой я полезу. А! Так, хорошо, ладно. И тут у нас еще, по-моему... То ли оружейное. Тут уже 2167 не прокатит, да? Да, там три цифры. Я подумаю, если я сейчас не найду никакой код, то, наверное, придется как-то это ломать. Посмотрим. Тут есть вот этот вот парень. Это как раз и есть друг контрабандиста. Вы должны быть Форчик. Кто ты? Смаглер сэмми. Я от пирата. Что держит вас здесь? Я не узнаю униформу солдат. Я не знаю. Они охрана биокомпании. Я разрабатывал для них антитела. Простые охранники обычно не оснащаются тяжелым вооружением. Они делают эксперименты на людях. Угу. Давай, выбирайся отсюда, я тебя прикрою. Ну, поскольку мы там уже всех перекостыляли, то пусть чувак выбирается, там просто уже никого не осталось, он может просто спокойно выйти. Все камеры выключены, все солдаты сняты, поэтому... Я разберусь, и я буду защищать вас. Я здесь. Все, чувак, вали. Присматривать за ним нам уже не понадобится. Хм, странно. Какая-то штука такая. А, опа, батареечка. Книжечка. Так, столики мы обязательно... Кресло, свали отсюда нафиг. Столики мы обязательно откроем, потому что в столиках... видите? Тут у нас и электроотмычка, и обычная отмычка. Столики надо обязательно везде вскрывать. Так, хорошо. Давайте вот эту штуку мы все-таки ломанем. Сколько? Один? Давайте один. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Оружейные. Ракеты, автоматные патроны, пистолетные патроны, дробовичок, электрошокер. Не, спасибо. М-граната. А чё мы в потемках рыщемся? Опа, скрэмбл-граната.
Нам надо найти, куда взять. Так, ракеты, электрошок. Вы будете в электрошоке. Аптечку. Вот эта штука. Это ракетомет. Очень-очень-очень мощный. Но он одноразовый, к сожалению. Поэтому мы не сможем его с собой прихватить. Однако нам надо найти место под скрэмбл-гранатку. И места у нас как-то и нету-то особо, да? У нас, конечно, есть газ-гранаты, но мы им еще будем пользоваться. У меня прям очень-очень лишних вещей нету. Это немного печально. А скрэмбл-граната, чтобы вы понимали, это граната, которая перепрограммирует робота становиться на нашу сторону. И это крайне полезная вещь. Так, здоровье. Лечить все. У нас осталась одна аптечка. Знаете? Ну-ка, мне сейчас в голову пришла такая глупая идея. Давайте бросим аптечку. Возьмем гренку. Если вдруг нас будут коцать, калечить, мы где-то будем как-то подбирать аптечки, лечиться. Я знаю, это глупая сейчас идея, но скрэмбл-гранату я заберу. Эта штука не останется здесь лежать. Или еще можно что сделать? Можно сделать вот так. Ай, мой бедный ломик. Ладно, давайте бросим ломик. Возьмем аптеку. И так, где-то у этих ребят, я уверен... Да, был нож. Нож мне нравится гораздо меньше, чем ломик. Но он занимает одну клетку, и в данном случае это преимущество. И ножом все равно можно разбивать ящики, поскольку это то оружие, которое нам надо для разбивания ящиков. Так, хорошо, сохраняемся и просто валим отсюда. Здесь больше делать нечего. Вот. Если бы мы тут все не повыключали, то этого парня могли бы тут на обратном пути просто где-то аккуратненько пристрелить. Блин, оно ядовитое, это гадость. Фу, брось клинкаку. А вы говорите, за ящиком туда лезть? Ну его нафиг. За ящиком, ага, два раза. Хоть бы какие там золотые патроны не были, я туда не полез. Так, мост нам опять надо повернуть. В принципе, не надо. На самом деле, я могу выйти и через... тот проход, но я не хочу. Я хочу немножко комфорта. Я сейчас просто пройду отсюда и выйду по-человечески на улицу. И зайду еще раз к контрабандисту. Мы уже освободили его друга. Вот. И чувак нам обещал скидочки. Скидки в стиме. Хорошо, мы вылезли. О, ну хорошо, пойдемте сюда. Давайте сохранимся. Собаки? Где? Так, и как бы нам так по-человечески-то зайти теперь к нему, чтобы... А, вон, вон там вроде местечко. Это ты, не ты? Или это не ты? Или это ты? Ну-ка. Не, это не ты. Я спущусь под землю, и не ждите меня. Да, пароль? Бладшот. Так. Поехали вниз. Но оно же на меня же сейчас нападет, да? Если... Ой. Давайте я выключу. Мы еще будем ходить. Два надо. Один. Все, один договорились. На тебе один. Кушай, не обляпайся. Все. Ну что, вот эта штука на меня бы сейчас напала. А ты... Все. Закрой двери, чтоб ты тут... Ой. Ладно. Не люблю роботов. Да, главное, сам играю за полуробота. Ну, нормально так. Хорошо. Я вытащил вашего друга. Порт, с ним все хорошо? Прекрасно, вы были правы. Это определенно не НСФ.
Это ЦРУ. Они хватают людей и используют их для медицинских экспериментов. Я не заходил так далеко. Что вы сказали про дела? Угу, скидочки, чувак, скидочки. Так как вы помогли Форду, я продам вам оптические прицелы, подходящие к большинству винтовок и пистолетов за 700 кредитов, биобатареи по 250 и светоусилители по штуке 125. Прицел для ручного оружия за 700 кредов. Прицел за 700. Пока... Ну, да во-первых, нам все равно... У нас все равно пока что нет места. Во-вторых, нужен ли нам прицел? Ну, давайте скинем ножик. Если мы сейчас... Сколько у нас кредов? 700. Да, давайте я возьму этот прицел. Прицел за 700. Я возьму прицел за 700. Идет. Ну, раз мы все-таки торговались, получили эту скидку, все дела, давайте купим. Прицел у нас можно влепить в арбалет, в пистолет и в базуку. В базуке я не вижу смысла. А пистолет с прицелом? Ну, давайте. Это было бы весело. Хорошо, с этим чувачком поговорили. Насколько я помню, нового у него тут прям ничего сейчас не... Пойдемте посмотрим, что мы теряем. Просто посмотрим. Так, ну да, та же баллистическая броня, книжки, тут все это, код, блин, надо как-то узнать этот код. Я знаю, можно пойти погуглить, но, блин, я же сказал, что я не буду гуглить. Все, просто валим отсюда, с этой частью, с этим заданием мы тоже разобрались. Пока, ботина, работина, тебе повезло, что я тебя не взорвал. Хорошо, лифтик. Лифт. А кто на нем наверх уехал? Почему он вообще наверху? Я же приехал... Ну ладно, это странно. Я же на нем вниз приезжал. Хм. Ну хорошо. Так. Угу, угу, угу. Итак, с гостиницей мы разобрались, с подземной базой мы разобрались. Есть еще некий типок по имени Моджо. Кстати, пойдемте в бар и поговорим с дочкой хозяина гостиницы. Она должна быть где-то здесь до сих пор. А, Джок нам ничего не скажет. Ты знаешь цену пиву? Этого воробья на мякине не проведешь. Черт, мне пора идти на задание. Кто из пилотов начинает работу в полночь? Ты изунатка, не так ли? Почему спрашиваешь? Я один из тех, кто перевозил твоего брата в Гонконг. Он предупредил меня, чтоб я был начеку с тобой. Угу. Я не знал, что унатка нанял пилотов. Черные пилоты работают в НСА и выполняют секретные задания. Их использует Пентагон. Они наняли меня, потому что я не задаю лишних вопросов. Но ты разболтаешь много лишней информации. Ну, это так, к слову. Какое было задание у Поля в Гонконге? Я уже говорил, я знаю, как хранить секреты, даже от родного брата. Итак, он что-то скрывает, причину, по которой его обратно в Штаты вызвали. Слушай своего брата, ДС. Его опыт заслуживает уважения. Давай оставим это. Твой брат самый храбрый человек. Хорошо. Йо-Йо не будет знакомиться с парнями типа Джонни. Так, блин, вот насчет этого Йо-Йо. Я просто не помню, где и как к нему можно пробраться. Мне кажется, я тут уже все облазил. Ну, опять же, сейчас пойдем еще посмотрим. Занимайся своим делом. Так, она с ним больше разговаривать не хочет. Мы ее отправили домой, но она с нами больше разговаривать не хочет. Итак, мы выходим. Тут есть, кстати, второй выход из этой дыры. Итак, у нас есть подземелье, мы там были, в гостинице мы были, в баре мы были, в клинике мы тоже были. Все чисто. Молодец. У контрабандиста мы тоже были. Насколько я знаю...
С этой локации сейчас здесь все. Мы можем пойти только дальше по заданию. По заданию мы могли пройти вот здесь. Или могли пройти... Опа, ты кто такой? Спасибо. Так. Хорошо. В общем, мне кажется, здесь мы совсем... возьмем это отсюда. Совсем разобрались. Давайте сойдемся и пойдем дальше по заданию. Нам нужно сюда. Мы здесь уже все... Открывали мы это? А что там? А я не помню. А почему я не помню? А почему мы не открывали? Здесь у нас проход дальше. Я знаю. Здесь... Ребят, ну... Ну, ты понял. Здесь у нас тоже проход дальше. Здесь, кстати, у нас лежит огнемет, который мы не можем, не хотим мочь взять. Дверка, которая выводит нас во двор. Смотри за ламом. Я улавливаю звуковой передатчик. Посылаю тебе картинку со спутника. Надеюсь, она поможет тебе. В общем, ребят, вон. Лэм, это граната, вон одна висит на стенке. Мы можем пойти... к нужному генератору. Можем пойти к нужному нам генератору через низ. Или же, если мы сейчас вернемся. Вот. Мы можем пойти через крыши. Блин, мне интересно, что в этой комнате. Я знаю, сейчас зря потрачу два инструмента. Стоп, а я могу качнуть? Я же вроде опыт получал, все дела, навыки. Два раза, блин, могу качнуть сейчас. 3600 надо. Ну, спасибо. Ладно, давайте сохраняшку. Давайте посмотрим, что там. Я просто не помню код, а мне интересно посмотреть, что там. Я думаю, вам тоже было бы интересно посмотреть. Зачем я это делаю? Патроны. Да, это надо было забрать. Патроны фиг с ними. А вот эта штука, вот эта канистра. Сейчас. Брось. Фу. Кинкаку. Так. Вот эта вот канистра с нанитами. Улучшение приращивания. У нас есть наше приращивание. К сожалению, у нас оно сейчас только одно. А канистру таскать с собой, это значит ограничить себя в еще одном месте. Поэтому давайте мы с вами... Блин, мне бы сейчас еще хоть одно приращивание полезное. Вот этой канистрочкой мы с вами можем улучшить. У нас, видите, одна клеточка, а тут у нас еще три клеточки. Мы сейчас качнем, и мы улучшим на одну единицу. И мы станем, типа, еще сильнее. Мы будем, как Халк, раскидывать машины вокруг. Да, ребят. Мы улучшаем, потому что, ну, у нас просто выхода нет. Мы делаем вот так. У нас нет лишнего места. Вот. И дальше мы идем вот сюда. Опять этот звук лазерных решеток и чего бы то... Кстати, тоже, да, интересное такое кино, что вроде... Ой, ёпперасоте. Дратути. Отмычка. Ух, тити-пути-пути. Вроде везде тревога. Да хорош. Да. Да успокойся уже. Все, тревога успокоилась. Такой кустарный метод. Мы, конечно, могли минами или потратить инструмент, но мы просто ящичками нафиг переграли. Мы, кстати, могли взорвать эти бочки. Ну, мы пройдем вот так. Тут тоже есть бочка. Блин. О, 51 опыта. Спасибущие, ребятушки. Вот. И мы сможем... Кстати, а здесь такой выход? Ничего тут нету, не может быть. Это старые игры, я напоминаю, ребят. Поэтому здесь у нас нет автоподбора. Если мы узнали какой-то пароль, мы его просто так и не вспомним. Нам придется
А может, у нас и не было этого правильно. У нас есть лифт наверх. Короче, таким образом мы с вами пробираемся по крышам. Поторопись. Мы загнали сепаратистов на крышу. Да. Вот это было сейчас просто отвратительно. Я такой слышу еще чик-чик. Блин, да, я знаю, какое я последний... Последнее нубло после этого. А там вроде еще один ходит, или мне кажется? Ну, зато мы получили снайперский патрон. Здесь, по-моему, еще один ходит, да? Ну-ка, посмотрим. Так, хорошо. Вот у нас еще снайперские патроны. Так, что мы... Ой, еще снайперские патрончики. Бронежилет. Кстати, чувак, нам неплохо так ногу отстыл. Ох ты ж, ёкарыс, это он меня заметил. Ну, я знаю, да, стелсер из меня тот еще. Вот. А что будет, если я туда зайду? Ну, блин, это сейчас, конечно, такое эпично было. Оборачиваюсь он со снайперкой. Ай, мелкий... Не хочу говорить, кто. А это меня бы привело через второе, да? Не, это я знаю, что путь назад, но просто тут их несколько. В общем, я приехал на лифте, у меня все хорошо. Отмычку я тратить там не буду. Кто там все перезаряжает, всякие вещи? Не надо. О, экспа, спасибо. У нас здесь с вами неплохая снайперская позиция. Чем я предлагаю нам воспользоваться? Давайте мы сейванемся. Вот. Тут есть ребята. Блин, вот очень жаль, что у нас сейчас нет глушителя. Бы нам сейчас здесь пригодился, но по крайней мере у нас прокачана винтовка до 3 уровня, и у нас не дрожат руки, и мы можем просто спокойно разобраться с ребятами, не вызывая особой паники. Так, это минус 2. Вот эту штуку мне надо разбить, вот это стекло. Мы возьмем сейчас пистолет с глушителем. Давай схождение сделаем вот так. Вот эти попрыгульки по крышам. Мне кажется, их там было больше, а не два. Но опять же, мне кажется. И вон там, вон, по-моему, были ребята. Может, я как-то ошибаюсь? Ну хорошо. Двоих мы ушатали с помощью снайперки. Это уже неплохо. А тут точно никого больше нет. Что-то я, ребят, на самом деле позабывал. Я помню, кое-какие ребята кое-где сидят. А чтоб прям всех запомнить, то не, я всех не запомнил. Вот слышите шаги? Вот оно ходит где-то. Вон оно ходит, понятно. Ай! А давай ты... Вот, блин, тут еще вылез наверх такой. А куда ты побежал? Ты мне не подскажешь? А, это был ты. У тебя вообще автоматические патроны. Тут у нас есть... Влез... На билборд. Опа! Ёпперест, я сейчас себе так ногу расколбашу до конца уже. Тут через крышу те еще лабиринты. Вот, ну походить, пособирать здесь стоит. Здравствуйте. А ты куда?
А это вообще сюда, а это через здесь. Ой-ё. А, вот чувачок, кто... У него, кстати, снайперские патроны и... Вот, я же говорил, их тут должно быть больше. Фух. Потненько, на самом-то деле, потненько. Так, нам сейчас нужно совершить прыжок веры. Нога у нас вообще каличная. Давайте, здоровье, давайте хоть немножко ее подштопаем, а то не допрыгнем просто, у нас не хватит. Так, давайте сохраняшку. Я не зря это окно выбил. Именно поэтому. Так, хорошо. Во! Мы впрыгнули по-человечески. Ух ты! Мы вышли из бухт. О, аптечка, спасибо. За все эти вещи нам дают экспу. За попадание в разные места нам дают экспу. Поэтому ничем этим не брезгуем. Брезговать экспой потенциально неправильно. О, вот чуть не ушел, а тут лежит аптечка и батарейка. Так, хорошо. И тут лежит батарейка. Вот эти трущобы, вот. Что? Это все говно, которое... Так, нам на самом деле сейчас сюда... Тут еще и заряды на шокер лежат. Ну, полный комплект. Фух. Мы с вами подбираемся потихонечку. Все ближе и ближе. Да, хорош. Надо просто перенести с этой кнопки. Так, вырубаем фонарик. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Я же здесь разобьюсь нафиг, да? Я тут могу еще спуститься. Я тут могу вот так спуститься. Там собачки у нас, кстати. Да. Продолжаем тему собачек в играх. Милейшие существа, но как только дело доходит до игр, превращаются в таких тварей, что лучше бы мы их никогда не встречали. А, у нас... Ну, мы шокером не пользуемся, поэтому у нас полный комплект. Нам не надо. А ты запрыгнуть там, например, не хочешь? Куда нам? Сюда? Спасибо. А тут нам лестница не дает, а тут это. Так, здесь у нас еще патрончики, которые с удовольствием заберу. Фу. Так. Террорист. Надо реально поменять кнопку. Так, и кто? Кто сейчас будет на меня охотиться? Ага, вот этот парень. А чё ты так забегал? Чё ты так забегал-то? А, он в меня стреляет, прикинь. У меня белого и пушистого. Собачки. Я бы на самом деле спустился бы вниз. Там много еще полезных ресурсов. Для этого придется перемочить тут кучу всех. В том числе и собачек. Дротики на них не действуют. Минус. Там вот этот чувачок с дробашом, к которому я не хочу идти. Буду с вами честен. А вот ты кто? Ты же тоже не совсем правильный человек, да? Да. А он с арбалетом, кстати, бегает. Нормально так с арбалетом бегать.
А он стреляет в меня. Ну, я слишком косой, чтобы нормально попадать. Ух. Ну, пойдем спустимся к ним, поговорим. Так. Тут у нас... О, и ключик, и Лэм, и... О, привет. Да, я такой. У нас, кстати, есть... Может, вы сами откроете, чтобы... Ну, так проще будет, ребят. Ну, серьезно. В общем, если бы мы пошли понизу, там было бы куча заминированных стен, там были бы вот эти собачки, там были бы вот эти ребята. Нам бы хватило приключений. А? Я сделал... Да! Фигась. Вот этого я сейчас не ожидал. Ой, неплохо. Так, там у нас дурель. Тут у нас... О, кстати. Ищи здание с антеннами. Здание с антеннами я уже нашел. Тут еще и ребята, которые меня тоже нашли. Нам нужно батарейку внутреннюю подзарядить. Здоровье. А, у меня есть аптечки есть. Давайте я подлечусь. Потому что у меня есть любая тычка, может, в принципе, убить. И приращивание. Давайте пару батареек съедим, потому что фонарик нам сейчас пригодится. А еще кое-что. Там на стенке Лэм висит. И еще один. И патрончики. Датакуб. Генератор. 2577, кстати. 2577. Я туда не полезу, спасибо. А сюда? А зачем? Не, я бы здесь мог спуститься. Хотя, может, мне экспу дадут. Давайте слазим, посмотрим, что здесь. Чисто глянуть. 2577. Да, у нас там вон стенка, которую мы могли бы взорвать. Подобрать с нее кучу всего. Тут мы могли бы проплыть. Экспо мне не дадут, не? 2577. Так, ладно. В любом случае, нам сюда не надо. Мы уже попали. Это я просто сейчас уже лазю, досматриваю территорию. Мне оно не нужно. А. Обычно я вообще-то хожу через верх. Ну, раз мы уже зашли сюда, раз мы уже с этими ребятами пообщались. Немножечко. Ты сюда прибежишь, не? О, вон делегация бежит. Так, ну эти уже наелись. Этот тоже наелся. Дротики. Шмотики. Так, ребят, нам надо как-то, чтобы это взорвать, и чтобы нас тут не рвануло. Не надо, не убегай от меня. Блин, кто вот не смывает в туалете? Кто эти люди, которые не смывают в туалете? Неплохая работа, ты. Стали НСФ, отключилась энергия. Теперь это дело поля. Двигай на крышу. Вертолет прибывает с агентом Херманом на борту. Он накроет склад, а ты отправишься на вертолете обратно в штаб. Опа. 2577. Кстати, к чему это было? Тут? О, там были еще какие-то.
У кого-то патроны закончились. Тут этих ребят на самом деле много было. Фух. Мы их удачненько немножко так раскидали. Вот дротик, который в меня фиганул. Да, нам нужно было вот этот генератор взорвать. Мы это, собственно, удачно сделали. Давайте зайдем еще вот сюда. Тут есть такие интересные места. А что если? Давайте-ка вот так вот сделаем. И вот так вот сделаем. Это бочки, которые у нас распыляли газ. Но газ через время у нас исчезнет. Блин, давайте только побыстрее через время. Посмотрим, сейчас если он очень долго будет, я это вырежу. Если нет, то... О, тут есть до сих пор ребят, которые бегают. Папа, он распространяется. Там до сих пор есть кто-то живой, кто бегает, нажал на тревогу. Хорошо. Хорошо, я вас понял. Все, газ разошелся. Тут у нас, кстати, вот ракеты. Кстати, вот отмычка. Вот патроны. Кто это делает? Черт возьми! Ай-яй-яй-яй-яй, нет, я пошутил, я пошутил. Знаете, заберите вашего трупа. Мне он не нужен. Я хочу эту штуку взорвать, честно говоря. Да-да-да. Расскажи это своей бабушке. Комната охраны. Надо поскорее вырубить тревогу. Фух, кстати, я тут и дверь взорвал. О, это очень удачно, если это так. Вырубаем камеру. Камеру. Все, тишина и покой. Тут у нас есть, кстати, ключики. Тут у нас есть сейф. Сейф мы можем... О, кстати, Спасибо. Патрончики. Гранаты, фига себе, патрончики. Две грены. Тут есть еще одна взрывная бочка. Так, сейф. Насчет сейфа, ребят. Есть такая маленькая фишечка. Сейф можно взорвать. Главное сейчас себя не рвануть при всем этом. Да, нормально. У нас есть канистра с нанитами. И канистру с нанитами мы с собой заберем. Так, здоровье. Лечиться я не хочу, потому что, в принципе, врагов у нас здесь не осталось. Знаете что? Я выкину нож, потому что у нас куча всяких вот этих ножей, всякого всего будет впереди. Ящики, в крайнем случае, мы можем поразбивать и пистолетом. Фух. Вот это была заварушечка. Все. Это все, зачем я сюда пришел. Спасибо. Всем спасибо за внимание. Брось каку. Тато, блин, что ты лапаешь всех? Давай вот так вот сделаю, да. Здесь ничего. Здесь ничего, здесь ничего. Быстренько отбегаем. Здесь у нас, кстати, офис. Пойдем заглянем. Офис, это полезно. Он даже открытый. Ой, мне даже экспу дали. Вот зеркальце, через которое мы могли сюда попасть. Абсолютнейше, заметьте, бесплатно. Так, экспу мне дали. Патрончики мне дали. В эти компы я залазить не буду. Тут просто серверная. Никаких паролей, никаких действий там нету. Вылазим сюда наверх. В общем, тут везде были вот эти ребята. Они просто сбежались вниз на выстрелы. Вот. А на самом деле они все были здесь разбросаны по этажам. Вот. И если... Ну, знаете что? Я, по-моему, первый раз сейчас прошел это снизу вверх. Обычно я сюда выходил наверх.
Вот. Разбирался с ребятами, которые прибегали сюда наверх. Тут есть еще вот такой порожек. Если этот порожек задеть, поднимается тревога. Я не хочу его сейчас задевать, но ладно, черт с ним. Пусть будет. А, вон того парня мне тоже надо обыскать. А вот, кстати, и пилот Джок. Давайте я обыщу аккуратненько. Не говори со мной. О, патрончики снайперские. Все, спасибо. Сейчас тревога закончится. Тут вертолет, тут тревога. Блин. Че так шумно везде? Я хочу уже с Гюнтером поговорить. 20 единиц навыка за то, что я через... А, за то, что я сюда пришел. То есть, если бы я просто... Ой, там собака. Собаки. На здоровье. Вас я трогать не буду. Вы мне уже не нужны. Итак, Гюнтер. Мандерли дал мне задание следить за порядком в этом районе. Я позаботился о генераторе. Как проходит рейд? Они должны послать агента Навары. Твой брат робот, как ребенок. Случилось что плохое? От меня ты ничего не узнаешь. Лети на вертолете на базу. Уверен, Мандерли будет проводить разбор полетов среди суперагентов. Мне не нужна помощь. Конечно, не нужна. Я тут за тебя уже все сделал. Ладно. Последний звонок у Нанга. Эй, ты, наверное, тот парень, с которым я разговаривал в баре? Тот, который заказывал пиво? Надеюсь, ты не собираешься лететь на этих глупых вертолетах. Они капризничают, особенно когда сильный ветер. Так, можно сказать, чтобы он подождал, если вдруг мы что не подобрали, но мне кажется, мы здесь подобрали все, поэтому просто поехали отсюда. Пошли. Так, мы опять на базе Юнатка. Вот вертолет. Вот солдаты. Нам сюда. Но, ребят, этим мы уже займемся в следующей серии. Пока что мы побегали по крышам. Мы сегодня много чего интересного сделали. Сходили под землю, оказались на крышах. Повзрывали, поубивали, поубегали. Обычная жизнь обычных суперагентов. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Так, не кашлять никому, говорю, всем удачи. Тогда всем здоровья, добра, бобра, удачи, всего и побольше. Всем покеда.